31-й блокпост – это одна из позиций бригады «Призрак» на Бахмутской трассе между нашим селом Фрунзе и оккупированным селом Крымское. Солдаты украинской армии на Северном холме, наши бойцы – на Южном. Разделяет их низина. Блокпост ВСУ находится в прямой видимости, примерно в 1,5 километрах от нашего блокпоста. Там у нас находятся хорошие друзья Айдар, которые уже давным-давно его... раскидали, ну опять они вот стоят там сейчас. Посередине у нас вооруженные силы Украины. Сейчас у них ротация была, новобранцев пригнали. А у них там какая-то техника стоит, да? Техника, да, у них вот там на горизонте, где зеленка начинается, у них техника, танки, БТРы, установки ЗУ на базе МТЛБ. Но по факту они не тяжелое вооружение так и не отводили. Да, тяжелое они отводили, и гаубицы у них окопаны здесь. Вы видите, у нас ничего такого нету. Левее позиции ВСУ, в нескольких километрах, стоят предположительно поляки. Правее позиции неонацистов из Айдара. Иногда между ними случаются перестрелки, в том числе и артиллерийские. Периодически обстреливают позиции наших ополченцев и близлежащие поселки. Там у нас хорошие друзья еще поляки такие есть. Это добровольцы, в какой стороне? Поляки. Вот, значит, на, получается, на 9 часов, угу. На 9:30, вот так вот, стоят дивизия поляков, хорошие вот тоже. Вот, получается, да. Там за они... разрушенная остановка где-то, да? Да, туда, вот эта зеленка туда. Они там, вот у них сейчас не такое есть хобби, они любят по желобку с танка стреляют. Вот такая постоянно у них бывает по времени, там, может, час-два, они с танков. Работают, ЗУшки работают точно так же. Ну вот за неделю 3 раза обстреляли. С тяжелого, конечно, не обстреливали, с легкого. Легкое ты имеешь в виду АГСки, да? Да, АГС работал, пулемет работал. Они пристреляли, все перестали стрелять. То есть они же нашли мишень точную, если что, на всякий случай будут стрелять. Ага. И все. Как ты считаешь, вот по факту скоро начнется в этом направлении какие-нибудь боевые действия? Ну, думаем, что скоро начнется. Ага. Что не может быть такого, что со всех, на всем фронте война идет, а тут будет мир. Вот, впереди начинается первая града. Плиты стоят. Ага. Вот там уже начинается линия прикосновения. Такое ограничение. Там уже дальше, вот вверх, тут верхний первый блокпост. Получается, до плиты это буферная зона? Да. То есть по этой зоне не имеет права сейчас стрелять. Туда... право. Вот танк подбитый, стоит. Ихний тоже. А там вдалеке, можно пройти сейчас глянуть, стоит знаменитая МТЛБшка, ЗУшка, которая написана «Дед Оман», которая при трофейном видео, если вы помните, она, эта ЗУшка, стреляла по городу, по поселку Фрунзе. Угу. Сейчас можно ее глянуть, что с ней случилось. У них продумано все. Также есть вот там вот между вооруженными силами Украины и карательным батальоном Айдар, есть проход, который рыли кротом. Есть проход между ними, потому что постоянно возится, боевой комплект возится на зелах. Здесь они едут, до середины доезжают и пропадают. Угу. И там уже через минут 5 можно увидеть их на горизонте. Там, значит, есть проем этот. Потому что так быстро через эту всю зеленку не проедешь. Там надо бежать. И 5 минут там не хватит. Угу. А крот — это какая-то установка? Это установка, да, которая роет именно под метро роют, когда именно... под низ все. Мы тоже начали потихоньку окапываться, тоже укрепляться, потому что скоро должны это... Они все равно долго не будут ждать, они нарушат перемирие. Скажи, как ты думаешь, кто первый пойдет в наступление? Ополчение будет освобождать Луганскую область бывшую, да? Или все же украинские войска начнут атаку? Знаете, что я скажу вам? Конечно, хотелось, чтобы мы начали, может быть, освобождать. Но у нас, можно не забыть, у нас Минские договоренности есть, которые мы не имеем права на никаких вести боевых действий, да? Из тяжелого. Конечно, нарушат эти перемирия они. Вот эти наши хорошие друзья с правой стороны, которые вот они и нарушат. Да, мы за свое воюем, что нам нечего стесняться, скрывать. Мы за свою родину воюем. Не мы взяли первое оружие. Они к нам приперлись с оружием. А диверсионные группы в этот район подходят? Подходят. Бывают, даже залазят, но мы даем им отдачу, как бы со стрелкового оружия. Они уходят. Вот с этой штуки был
постоянно обстрел гор, поселка Фрунзе. Вот это будет с каждым, кто пойдет против... Вот не трогайте нас, и мы вас не будем трогать. Одних фашистов уже победили. Сейчас еще вторые фашисты победим.